Доброго дня всем. Короткий, но любопытный материал на сайте allpravda.info. Украинский депутат променял заседание в Раде на отдых в Крыму. В российском Крыму на отдыхе был замечен народный депутат Верховной Рады Игорь Шкиря, или Шкиря, не знаю, как ставить ударение. Об этом информирует Лайф со ссылкой на украинский портал «Центр журналистских расследований». Отмечается, что украинские СМИ были возмущены не только тем, что депутат посетил Крым, который в Киеве считают в кавычках «оккупированным», но и его пропуском пленарного заседания в Верховной Раде. На полуостров Шкиря прибыл на личном автомобиле вместе с сыном Дмитрием, который занимает должность помощника отца депутата. Они остановились в парк-отеле «Марат», который находится в Гаспре. Всего в Крыму представители украинской власти провели неделю. При этом формально Игорь Шкиря посетил все заседания Верховной Рады согласно электронной регистрации народных избранников, но не принял участия ни в одном голосовании за неделю. Таким образом, некоторые украинские депутаты готовы пренебречь своей основной работой ради хорошего отдыха в, опять же в кавычках, оккупированном Крыму. Вот интересно, что будет с этим депутатом Шкирией? Засунут его в мусорный бак украинские радикалы или нет? Или все обойдется? Будем, как говорится, посмотреть. Оставляйте комментарии к видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!